Добрый день. Наша компания называется «Честнобетон». В январе 2014 года мы были на выставке в городе Красноярске, обсмотрели предложения различных заводов, в том числе китайских, итальянских, турецких. Ну и, конечно, остановились на заводе ЗАЗБО, который находится недалеко от нашего города, порядка 2000 километров. Ну, заинтересовало предложение по бетонному заводу «Компакт» производительностью 30 кубов в час. Завод монтируется в короткие сроки, пусконаладка заняла 3 дня. То бишь, основное, это, конечно, сборка силоса 2 дня заняла. Ну, пусконаладка — это только закрутить гайки, обслуживающий персонал — это 2 дня. Ты всю съемку сбил, Артем. Работники помогают нам собирать, наши партнеры. Что хотелось добавить. В принципе, мы довольны. Запустили завод в первый же день. У нас отгрузка была порядка 80 кубов за короткий промежуток времени. Пока все работает, все идеально просто, доступно. Все агрегаты на видном месте, гайки крутятся. Спасибо заводу. Надеемся на сотрудничество. Думаем, что бизнес пойдет совместно с компанией ЗАЗБО.